Ну, здравствуйте, гости дорогие! Мы рады встретить вас на нашей Коломенской земле, подножии древнего Коломенского Кремля. Вот эти стены одно столетие хранили Русь от набегов кочевников с юга и востока. Коломенский Кремль изначально был деревянным, позже отстроен каменным, с тех пор выдержал массу штурмов, осад. А вот врагов взят уже не разу. Сейчас от него осталось только 7 башен, но как видите, кое-где участки стен, кое-где оплывшие рвы. Но и на тех площадях, которые сохранились, воинские традиции нашего города по сих пор живы. Коломенцы продолжают изучать здесь такие воинские дисциплины, как историческое фехтование, русский рукопашный бой. Изучают философию, мировоззрение Древней Руси. В общем, все то, что входит в такое емкое понятие, как русская воинская культура. Вот и сегодня мы рады провести вас по стенам башни Кремля, посетить с вами оружейную комнату, как говорится, приобщить к кратным традициям наших далеких воинов-предков. Но прежде чем мы с вами попадем по тени этих древних стен, меня к вам подряд просьба. Первое. Уважая память этих древних стен, на ком все просьбы не курить, не мусорить, но и наскальную живопись и серии «Здесь был Вася, Маня, нам на память не оставлять».